Всем привет, ребят, с вами Рома, и мы будем играть в Sims 4, как обычно. И что нам нужно сделать? Нам нужно нейтральность, нейтральность. Давайте хоть зайдем в наш дом, что ли. Дочка, давай. Она не может. Да, надо было догадаться, что они не могут рисовать, дети. Про куриную что? Ладно. Хотя, может быть, есть мольберт для маленьких детей, точно не знаю. Нет. Нету. Нету. А, я забыл кое-что еще купить. Кое-что для сада мы будем с садоводами. Вот, как раз большой садик тут такой. Ну, тут цветы, цветы. Цветы и цветы. Тут будет грядки, грядки. И что-то косо все стоит. Вот это. Прям фигурка. Давайте купим семена. Нет, давайте с семенами потом разберемся. Давай поговорим с нашей дочкой. Вы уже поссориться успели. Что случилось? Почему вы весело действуете? Поговорите. Борис Гордеев какой-то... Не знаю, что с тобой происходит. Ты, наверное, у тебя плохое настроение. Либо ты злой, либо что-то там с тобой происходит. О, боже. Вы люди, вы что тут ходите? Там мой участок. Офигевший. Давайте, что ли, сходим тогда... Парк. В парк с дочкой. Управление городами. Управлять городами. Загрузка. Потом когда-нибудь найдем мужа или парня нашей Алине. Если не забыл, конечно, имя. Да уж. Тут семьи, все семьи, потом заходим вот к этим семьям, к этим в семью, или вот к этим. Пошли в... Блин, я забыл, вот как наш дом выглядит, такой маленький. Давайте отправимся. Блин, ее Белла зовут. Уже забыл. Боже, боже мой. Полировка пломбобов. Улучшение микроскопов. Загрузка. Что ты такая долгая? Загрузка. Мне нравится в Sims, что он такой мультяшный. Не знаю почему, но нравится. Когда мы уже попадем в парк. Дочка хочет играть с другими детьми, а там они по-любому есть. Я чувствую, мы загрузка должны. Да, парк Цветущая Монголия. Дочка, тут есть дети вообще. Ну, поиграй тогда в пиратов. А твоя мамашка пойдет знакомиться. Бабушка какая-то. Полина Емельянова. Кстати, я тебя видел, Тамара. Она уже хочет с каким-то ребенком поссориться. Ну, давайте посмотрим. Кстати, где вы ребенка тут нашла? Где он? А, вот он. Такой незаметный мальчик. Моторика. Я знаю, что тут есть где-то такое дерево, с которым можно говорить. И потом она откроет тебе вход в какой-то мир детский, где все будет розовое. Но я почему-то... И зачем-то вообще к нему подходил, к этому мальчику. Я это дерево вообще найти не могу. Яблоко. Яблоня. Что это? Да, это яблоня. Я не знаю, где это дерево находится вообще. Да хватит играть в шахматы. И ты не начала играть. Вот, бабушка, поиграй. А мы будем общаться с мальчиком.
будет твоим другом. Играть с Андреем смешно представиться. Смешно представиться, давай. Идем. Как-то мало тут людей. Обычно тут больше людей. А. Алина и Андрей еще друг друга не знают. Ну, сейчас узнают. Это не... Нет, это толстая женщина, это не ребенок. Давайте поговорим, сплочить рожу. Угу, поднять настроение. Ау. Там был искренний комплимент сделать можно было. Вот. Вы общаетесь, у вас обоих хорошее настроение. Нейтральность. Смешной разговор. Андрей Носов. Фамилия. Что смеяться над взрослыми там было написано? Ладно, что-то найдем сейчас. Где-то тут было вот это дружелюбное. Восторгаться леденцом. Боже. Ты там бабушка играет. Да ну ты тоже с ней хоть говори там немножечко. У вас уже нормальные, в принципе, отношения. Люди ходят тут разные. Поднять настроение. И ты тут что-то тут делаешь. Кто там? Кто это? Это мой персонаж, да, точно. Из другой семьи там ходит. Только я не точно не знаю, взрослый это персонаж или подросток. Просто у меня две семьи с одинаковыми людьми. Да, вы скоро станете друзьями, станете вокруг. Женщина. Чё ты так быстро ходишь? Так как ты вообще можешь ходить? Угу. О, она обменяет действия есть уже. Ну давайте обнимитесь. И что это? Почему ты не можешь с ним обняться? Взяли, испортили момент. Давайте еще попробуем обняться. Ну, ёкарный... А, вот, теперь все. Смеяться над взрослым, вот что это за действие было. Вы что, пос... А, нет, вы пожали. Играть вместе с... Андреем, да. Мы подняли ему настроение. Господи, ты уже тут разговариваешь. Вовсю со всеми тут. С бабушкой, с тёткой. Угу. Сплетничать. Что-нибудь там. Искренний комплимент. И вы тут играете. Вы должны вообще-то играть. Вот. Играйте. Чё ты не играешь? Быстро играй. Мальчик. Чё ты одно и то же делаешь? Нормально, мы вообще-то играем совсем в другое. Почему ты? Ну ты какашка. Угу. Что это было только что? Мне всё же интересно, где находится это дерево? Нет, это вряд ли то дерево. Я его потом попробую как-нибудь поискать. Ну, потому что все же интересно же, что там происходит. Угу. Она хочет в туалет, и походу я тебя где-то уже видел. Ладно. Артём. Ух ты, тут еще дети пришли. Вот, поговори потом с Артёмом. Угу, поговори с Артёмом. А поговорит наша Алина с Артёмом в следующей серии. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока, с вами был Роман Геймс. Пока.